Итого у нас сейчас 11 сентября, 15 год, 16:42 по Киеву. Все, мы уехали из Счастья, едем на дембель. Едем по домам. Не верится ни грамма. Ну вот ни грамма не верится, что мы уже дембеля. Мы уже гражданские люди. Хотя еще, а ну на меня поверни. Видно? Да, хорошо. Хорошо. Все, мы едем домой. Как минимум на полгода. До следующего призыва. А я сегодня, я не рассказывал историю. У пацана на вот этом, на вот таком клапане 4 полоски. Видел, да? Я подхожу, говорю, что это вообще за беда такая? Он говорит, это старший сержант. Я говорю, что одна полоска не годится, вот эта широкая, как обычно. Он говорит, это европейский вариант, а там еще есть такой. Я говорю, да не рассказывай, я через 2 часа уже оно мне не понадобится. Он говорит, ты что, на дембель? Я говорю, да. Он говорит, везет вам, пацаны. А я второй раз, блин, здесь. Я говорю, что, за эту войну? Он говорит, да, я во втором призыве был, дембельнулся, сейчас меня опять призыв. Вот стоял человек перед столовой, да. Ну, в общем... Раньше, чем через полгода, я думаю, мы туда не попадем.